Я прибежала на крик и увидела, что она лежит тут. А я одна, никого нет. Так страшно было. Милицию, скорую вы вызывали? Вы одна тут проживаете? С мужем. Мы здесь комнату снимаем. Только не у нее. Ершова наша соседка. Квартира коммунальная. А где муж сейчас? На работе. Скоро должен прийти. Я ему звоню, а телефон недоступен. Может быть, в метро едет. А кто еще бывает в этой квартире? Кто был последнее время? Вчера, сегодня? Никого. Только мы и Ершова. Значит, ни гостей, ни слесарей, никого не было. Я же говорю вам, никого. Может, к бабуле кто в гости заходил? Нет. Ладно. А кто зажигалкой пользовался? Это зажигалка Ершовой. Мы никогда чужими вещами не пользуемся. А в чем дело? Ваша соседка, госпожа Ершова, была убита. Ее зажигалку намеренно переделали в орудие убийства. Вы что думаете, что это? Это не я. И не мой муж. Куртка чья? Лешина. Мужа. В каких отношениях? Прошу засвидетельствовать. А что? Алексей Вдовин? Да. Лена, а что происходит?